Здравствуйте, Ксения Купякова, участница Железной Лиги Гермиона, участница первого сезона, а сегодня стартовал второй сезон Железной Лиги. Ксения, ну как сегодня, довольны своим выступлением? Да, все понравилось, особенно оборудование, сама обстановка, которая все в Толке Рафиона. Да, как вам новая арена? По-моему, здесь еще не были соревнования на малой арене, обновленная малая арена. Союз Гермион, вам понравилось здесь? Да, она здесь гораздо интереснее выступать, чем на той арене, но и там хорошо. Здесь даже еще более интереснее, да, выступать? Это большая арена такая, да, просто необычная. Ясно. Ну, как результатом своим? Довольны, недовольны? Все получилось? Да, довольны, но можно было гораздо лучше. Ясно. Ну, настроение позитивное? Конечно. Вот вы занимаетесь на Союзе Гермиона, да? Уже, по-моему, и дошли до уровня, там, кандидата мастера спорта, по-моему, дошли до уровня. Это что, вот именно занятия на Гермионе? Это, наверное, и ваш тренер, который работает в Союзе Гермион, помогает? И, может быть, оборудование, и зал тренировочный? Конечно, как? Все это помогает для выполнения. А сколько лет вы тренируетесь в Гермионе? 4 года. А сколько лет тяжелой атлетики? 4 года. То есть, получается, все 4 года, и как пришли, вы пришли именно сюда? Да. То есть, можно сказать, что именно вы здесь выросли с самых начальных азов и выросли до уровня кандидата мастера спорта? Да, так и есть. Ну, это супер. А вы собираетесь останавливаться или пойдете дальше? Нет, конечно, дальше. То есть, будете именно не любителем, а хотите стать профессионалом? А вот такой вопрос, тогда женский вид спорта это или все-таки мужской? Потому что некоторые считают, что такие красивые девушки, как бы это им не место в тяжелой атлетике. Ну, вид спорта и для женщин, и для мужчин. А чем? Вот почему девушкам надо выступать в этом виде? Что здесь такого хорошего? Если нравится, то... То есть вам нравится? Да. Это все-таки вид спорта, ну, не опасен для девушек? Нет, не опасен. То есть надо просто себя контролировать, да, и держать свою форму. И в то же время девушки сохраняют свою женственность в этом виде спорта? Да, сохраняют. Точно? Да. Вот тогда я думаю, что мы пригласим других девочек последовать вашему примеру и за 4 года пройти вот такой большой путь. И желаю вам успехов. Я думаю, что скоро вы уже будете выступать, наверное, на уровне уже и кубков, и чемпионатов в России. Тогда желаю вам успехов, продолжить свою спортивную карьеру и, я так понимаю, представлять команду Гермиона. Да. На ответственных стартов. Спасибо вам большое. До новых встреч.